Приветствую всех на своем канале, и сегодня я хочу показать, как сделать вот такие вот бантики. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Приступим. Для сегодняшней работы я буду использовать атласную ленту, кружева и эко-кожу. И также мне понадобится резиночка. И мне нужны будут отрезки 4 на 18, один отрезочек, 4 на 20, один отрезочек и 2 отрезка кружева по 20 сантиметров. Мне также нужен будет шаблончик 12 сантиметров. И я вырезала из эко-кожи по шаблончику свою деталь. Резиночка и небольшой отрезочек эко-кожи, чтобы перетянуть бантик. Отрезки лент 18 и 20 сантиметров перегибаем пополам и отмечаем серединочку. Затем один край ленты поднимаем и оставляем примерно пол сантиметра. Закалываем нижнюю ленту. Затем по верхнему краю выравниваем края и закалываем. Опускаем. И вот ровненько складывается бантик. Теперь один бантик накладываем на другой. Берем иголочку и прошиваем. Прежде чем закрепить, расправляем бантик. И делаем закрепочку. Отрезок кружева. Берем иголочку с ниточкой. Один край подгибаем под низ. И теперь делаем складочки. Прошиваем. Теперь складочку делаем наверх. Теперь вниз и снова прошиваем. И уголок, край прячем вниз. Ниточку закрепляем. Склеиваем кружева вместе. Берем заготовочку. И подклеиваем.
берем бантик и подклеиваем к нему кружева. К нему подклеиваем верхний бантик. И подклеиваем резиночку. Отрезком узкой ленты перетягиваем. И нам осталось перетянуть бантик. И краешки кружева я немного подклею. Я подклею все края и вернусь к вам. Я подклеила все, и мои бантики готовы. Получились вот такие нежные, очень воздушные бантики. Если вам понравилось мое видео, не забывайте ставить лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и включайте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Успехов вам и до новых встреч! Пока-пока!